Добрый день. Вот начинаю кормление одной группировки котов. Вот их тут много. Все коты упитанные и очень крепкие. Однажды меня уже не поцарапали коты. Тут их котов где-то... Идемте, коты. Вот коты. Вот коты сейчас бегут сюда. Они уже дерутся сзади. Коты, коты. Идемте со мной. Вот коты бегут. Они уже дерутся. Они уже дерутся в предвкушении. Еды у меня не так уже много. Тут 10 котов где-то больших, громадных. Даже немного страшновато. Вон какие звери бегут. Вон черный кот, посмотрите. Зверь, а не кот. Порвет любого. О, а вон еще один лежит, посмотрите. Кс-кс-кс-кс. Коты, 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 коты. Кс-кс-кс-кс-кс. Они уже дерутся. Коты уже дерутся просто так. Коты, еды немного, так что понятен ваш ажиотаж. Но вы и так сытые, посмотрите. Шерсть лоснится с них. Стадо котов какое. Так, солнце светит сюда. Сейчас я обойду. Красивое растение здесь у нас, да? Посмотрите, какое красивое растение здесь растет здесь. Дерево. Так, где мы сейчас котов тут будем снимать? Коты, идемте сюда на солнце. Коты, вот здесь. Здесь будет вас хорошо видно. Так, коты, коты, коты. Ой-ой-ой, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Коты, сейчас я им брошу еду. И разойду в сторону. Все, коты, коты, коты. Еды немного, котов много. Вот коты воют. Ох, котов как много. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Сейчас еще еды немного брошу. У меня еще тут есть. Сколько котов тут собралось? Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, девять. Где-то 15 котов. Ого, такого никогда у меня еще не было. Такого. Сейчас еще немного брошу тут. Будут ли они есть это? Не знаю, но посмотрим. Может и поедят, а может и нет. Тут кусочки хлеба и сыр немного есть. Нет, едят, едят коты. Едят коты. Ого-го. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот это столпотворение котов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И вот 17, 18, 19, 20 котов. Такого у меня еще не было. Это супер сборище кошачьей группировки. Посмотрите. Ого-го. 20 котов собралось. Вот это пер пошел. Пруха на котов, да. Конечно, ну ничего, их кормят многие люди. Это так немного для видеосъемочки я взял. А вот черный котик какой. Киса, киса, ну-ка крупным планом, киса. 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 Ой, какой кот красивый. Киса. Ой, кот. Ты меня кусать не будешь, котяра? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот меня трутся коты здесь. Я чувствую, да? Ну, вот терся котик. Вот этот кот меня когда-то поцарапал, я знаю, да? А вот кот какой черный. Сделаем снимочки одновременно сейчас. Вот котеночек хороший. Киса хорошая. Да-да-да, испугалась меня киса. Вот кот. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Киса черная. Ой, киса какая. Кс-кс-кс-кс-кс. Киса хорошая. Ой. Одно ушко у кота. Это бойцовский кот. Одно ухо у него повреждено. Явно в драке. Кс-кс-кс-кс-кс. Какие коты красивые. Вот котик. Котик, ты меня когда-то царапал, кажется, да. Кс-кс-кс-кс-кс. Ты кошечка, кошечка красивая. Еще раз. Вот это котяра крупный. Это какой-то вообще кот, напоминающий тигра. А солнце светит прямо мне в глаза, да? И убегает котик. У него хвоста нет, посмотрите. Котик без хвоста, а у этого котика правого уха немного нет. Нет, вернее, ухо есть, но оно прижато. Раз, два, кот. Третий кот. Четвертый котик. Вот это пятый котик. Вот у нас 6-7 котов. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, сейчас 15 котов. Несколько котов уже отошли, да? Кс-кс-кс-кс, коты, коты. Так, да, хлеб вы не хотите кушать, зажрались. Лоснящиеся рожи. Посмотрите, какие лоснящиеся кошачьи рожи. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Котики. Так, не драться, коты. Не драться, вести себя достойно. Вас снимает для Ютуба. Коты. О, молодец. Кс-кс-кс. Все. Еды нет, коты уходят. Да, кис-кис-кис. Хорошая киса. Ух, две цветные кошечки. Кс-кс-кс-кс-кс. Кисы хорошие.
Кошечка поет песенки. О, чуть не подрались котики, да? Ой, киса какая хорошая. Киса. Давайте снимаю во время видеосъемки. Я тебя я заодно снимаю. Ой, какая киса. В кадр смотрим. Киска, 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 смотрим в кадр. А вот киса цветная, красивая. Киса, да. Ой, молодец, киска. Ушла, стесняется. Вот котик стоит еще. Котик. Как и некоторые есть боятся, а есть, которые отлично играют. Вот кого мы будем в следующий раз кормить, да? Вот котик еще лежит красивый. Тот, что меня когда-то царапал, да, киса? Это да сам был виноват. Коты уходят многие, боятся сниматься, да, коты? Коты, вот киса. Ой, вот кот, молодец. Кот, ты лучший артист. Я тебя буду всегда кормить по усиленному тарифу. По повышенному тарифу. Молодец, котик. Ой, хороший котик, ты вот от меня, да? Киса хорошая. Киса, киса. Попой не поворачивайся. Кс-кс-кс-кс-кс. О, черный котик еще тоже хорошенький. Киса хорошая. Ух ты. Какой умильный котик. С виду страшный, конечно. А так-то. Ой, еще песенку поет. Да-да, мяу-мяу. Кс-кс-кс-кс. Еще рядом черный котик. Их два кота. Этот котик поменьше, его сынок. Или дочка. Кто ты? Дочка или сынок? О, котик идет ко мне, трется. Кошечка, это кошечка, дочка, значит. Вот котики. Как-то дух на духа смотрят, да? Ой, кот какой большой, черный. Пантера. Это ж кот, кошечка пантера, да? Точно. Вот кот красивый тоже. Ну, тут все коты отличные, на разный вкус. Да, котик песни поет, да, мяу? Мяу? Кс-кс-кс-кс. Мяу, мяу. Ой, как мяучит. Ой, как мяучит. Ну, не драться, коты, не драться. Не драться, как он мяукал, котик. А вот дерутся уже. Зачем? Милые коты. Куты кэтс, don't fight. Don't fight. Куты кэтс, don't fight. Котики ждут, им скоро еду вынесут еще, да? Вот красивые растения какие здесь у нас, да? Пальмы всякие. Вот цветок. Растет на дереве, да? Вот он крупным планом. Солнце светит, неплохо видно. Вот дерево. Небо, провода вверху идут. Свиньи запустим у нас. И вот котики. Котики. Вот котики лежат. Кс-кс-кс. Один котик боится, а вот кошечка. Кс-кс-кс-кс. Ой, какая пуганая кошечка. Ай-яй-яй-яй. Пуганая кошечка какая у нас. Да, вот черненький котик позирует. Молодец, это хороший котик у нас, да? Хороший котик у нас, да. Киса хорошая, да? Ой, киска хорошая какая. Ой, коты вон орут. Хорошая киса у нас, да? Кс-кс-кс-кс-кс. Еще снимем кису целиком, да? А вот так крупным планом, да? Ой, кис-кс-кс-кс-кс. Киска еще раз. Молодец, киса красивая. Общий план кисы с хвостом. Немножко отсюда. Все, киса ушла. Всем до встречи на кошачьем канале.